IT-лицей Казанского университета посетил абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2020» Михаил Гуров. Все подробности далее. Кто-то из вас будет участвовать в конкурсе. Это конкурсный урок, и его составляет. В течение двух дней Михаил Гуров будет проводить для лицеистов и учителей уроки, мастер-классы и семинары, в ходе которых учитель года поделится своим видением образа современного педагога, а также тем, какими навыками необходимо обладать учителю в 21 веке. Учитель 21 века очень многогранен. С одной стороны, это личность. С другой стороны, это человек, идущий в ногу со временем, владеющий современными технологиями. Конечно, это профессионал в своем деле, в своем предмете. И, безусловно, отчасти это немного психолог. Подобные встречи очень важны, рассказывает директор IT-лицея Ильдар Мухаметов. Возможность перенять опыт лучшего учителя России обеспечит профессиональный рост педагогов лицея и поможет им лучше понимать, как правильно расставлять акценты в современной школьной среде. К слову, повысить навыки смогут не только учителя IT-лицея, но и приглашенные педагоги из лицея имени Лобачевского Казанского университета, а также учителя казанских и елабужских школ. Это очень важно, не стоять на месте, развиваться, потому что всегда была такая проблема, какое-то время ты работаешь в школе, потом начинается застой. А дети это очень хорошо чувствуют, они очень быстро сканируют, и им интересен тот педагог, который тоже растет вместе с ними, который воспринимает себя учеником и который готов развиваться. Сегодня учитель перестал быть источником знаний, он перестал быть истинной последней инстанции. Именно поэтому сегодня учителю важно иметь авторитет в среде, в которой он работает. Михаил Гуров поделился секретом успеха с теми, кто сам желал бы стать учителем года. В первую очередь это самобытность. Он пожелал учителям быть собой и показывать и рассказывать именно то, что они умеют лучше всего. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.